Приветствую всех любителей рыбной ловли. Меня зовут Юрий Зитерин, и это очередной выпуск «Болим рыбалкой». Сегодня иду закрывать сезон спиннинговой ловли. Возможно, этим самым я закрою и полностью сезон открытой воды. Потому что осень поздная, уже был первый снег, довольно много было, он уже весь растаял. Но это говорит о том, что в любой момент можно ждать наступления настоящей зимы. Зима у вас бывала такая, что приходит очень быстро, так и нежданно. Рыбачишь на спиннинг, через два дня хлоп, уже на льду сидишь. Так что можно ожидать чего угодно от природы. Так что спиннинговый сезон я сегодня точно закончу. И буду уже сматывать свои снасти, убирать их на зимовку. И, возможно, закрою сезон полностью. Но обещать пока ничего не буду. Ну что ж, пришло время сделать первые забросы. Узнать, есть ли сука или нету. Сегодня за основную взял плетенку, поставил поводочек белокарбоновый. Плетенки лучше видно, слышно поклевку. Ну что, я надеюсь на поклевку, я надеюсь, потому что последние рыбалки, особенно в этом месте, не приносили абсолютно ничего. Но все-таки надеюсь, хоть одного до финкового выцепили. Рыбалка, всегда надежда. Некоторые пытаются меня выбесить своими комментариями. Типа, зачем ты такое снимаешь, я такое уже видел на других каналах. Но давайте пойдем к тому, что сейчас я ловлю, вот, например, на джиптейл поставил. Я буду каждого спрашивать разрешение, мол, у зрителя, можно ли мне ставить его или укладывать видео. Мой канал, в принципе, я что считаю нужным, то и буду укладывать. Естественно, где-то что-то вы могли видеть уже, советы я даю не первый. Все дают советы повторно. Многие каналы повторяются. Допустим, выкладывая какие-то видео, взяв с других каналов, допустим, что-то. Если мне не интересны какие-то каналы, я на них не подписываюсь, хотя некоторые говорят там, начинающие каналы, подпишись на мой канал, я на твой подписался. Да не буду я на ваш канал подписываться, потому что мне не нравится. И смотреть то, что мне неинтересно, тоже не буду комментировать. Потому что мне не нравится, я не буду смотреть. Любое видео, где я даю какие-либо советы, исходит из того, что данное видео когда-то могло пригодиться мне.
Но я не мог этой информации добиться где-то. Не читая книг, мне в моем молодости не было интернета, тем более. Я скажу, что, скажу из того, когда я совет, что лет 10 назад, допустим, это видео помогло бы мне в этой ситуации. Считаю, что если сейчас уже не оно не бесполезно, в данный момент, возможно, оно полезно будет для кого-то, для начинающих рыболов. Или не только рыболов, других людей. Ну а если... Да, по-любому, есть люди, которые это так знают по своему опыту. Более зрелое поколение людей. Любое видео, допустим, для меня сейчас я ловлю на джиг. На джиг смотрят кто-то более опытные люди и скажут, что кто-то делаешь неправильно, кто-то делаешь неправильно. Совершенно верно. Я рыбак начинающий в плане джига, микроджига. Много чего я делаю неправильно. Но все-таки данное видео выкладываю. Не надеюсь на то, что с этого видео мне кто-то даст совет, то что вот в последних выпусках было, ты вот там такую проводку сделать, такую проводку сделать. Да, вкладываться в голове. Совет тем самым получается видео, что дают совет не я, а дают совет мне. Друг друга учим, считаю это нужно. Видео уроки есть более продвинутых рыболов. Смотрите их видео. Подписывайтесь на такие каналы. Я же более такой любительское отношение к рыбалке и видео снимаю что-то типа подобное от любительской рыбалки. Так, рыбалка идет своим чередом, пока ничего не ловится у меня абсолютно. Ушел до места. Место перспективное, окунь здесь есть. Окунь не крупный, но клюет практически он весь открытый сезон. По прошлым годам я это знаю. На воблеры даже в поздней осенью уже по первому снегу поклевал. Поставил безотказную такую приманку. Это типси от Crazy Fish. Приманки данные вот. Она такой кислотно-желто-зеленый цвет, вода мутная, должна сработать. Сама по себе есть у меня типси и Polaris. Высылал Андрей Шефер. Странно, да, вот украинские приманки высылали из Германии. Ну, в общем, история у них там долгая, не буду рассказывать особо. Прислал Андрей Шефер, я уже пробовал в этом году эти приманки. Очень хорошо они выступали по некрупному окуню. И каждый заброс, абсолютно каждый заброс был результативным. Но это было летом, и выпуск не был снят. Не знаю, сейчас посмотрим, как она будет работать. Она приманка уже поздней осенью. Вода прибывает, снег здесь растаял, тем самым уровень воды в реке поднялся. И сейчас вот вода, соответственно, прибыла и мутная. Там, где местами не было течения, сейчас эти места большой практически есть семена.
погодка совсем испортилась, рыба не клюет. Так, я ничего сегодня не поймал, но я нисколько не разочарован, все нормально. Сезон закрыл, прошел нормально, так успешно, в плане спиннинга. Кстати, вот, для фидеристов скажу, что вообще расстроились. Плохую новость для фидеристов. Есть желание за зиму собрать еще спиннинг джиговый, такой потяжелее. Понравилось ложить на микроджиг, хочу увеличиться в приманках, в размерах. Но если получится, все, соберу спиннинг, и будет выпусков спиннинговых еще больше в следующем году. Но и другие тоже будут выпуски, так что не переживайте. Надеюсь, данное видео все-таки кому-то понравилось. В принципе, можно было его не укладывать, но вы не знали, как я бы закончил сезон. А так вы будете знать, что все у меня прошло успешно, сезон закрыт. Сейчас ждем зиму. Не знаю, ему судочка точно еще выберусь. Но это будет видно. Так что если понравилось вам видео, и вы такой адекватный, позитивный человек, ставим палец вверх. Все, кто нравится, смотрите мои видео дальше. Видео будет много позитивных, интересных для кого-то не совсем. С вами был Юрий Тетерин. Закрытие спиннингового сезона 2015 года. Пока!